Ну, он почему он хотел сюда запрыгнуть? Уже поздно. Все, он уже перестал мыться. Перестал мываться, но я вечно не успеваю. Да, ты тупила очень много. Ну, ой. Ой-ой, хотите бежать. А ты его на это пускаешь разобраться? Пускаешь, обижает маленький. Ой, сейчас залезешь, залезет сейчас туда. Он в это внутрь залезает уже тут. Ну, ой. Эй, мышь, 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 мышь. Тихонько. Кот обиженно улегся вон там. Все, обижен. Какой он шустрый-то? Темно. Кот, что, обидели тебя, да? Кота не дали прыгнуть. Ну, он хотел сюда запрыгнуть. Мышь разбегала. Ой, ой. Ну, можно его обратно. Надо ему вкусненькое дать, чтобы побежали, побежали, покормить надо. Это, да, пришло животное. Ну, положи его. Надо ему что-нибудь дать вкусненькое. Кот. Выгул, вечерний выгул зверья. Ну, ты нас тут подеруши, ты подеруши. Вот что осталось от моей пеночки, там одна котлета осталась. Кот у нас кукушка любит, смотри. Что там, кисть, что происходит, что там на улице. Как дела на улице? Как там на улице? Что-то темно, что-то на улице такое происходит. Машинки шумят. Шумят, все шумят. Так, надо снять вот эти штучки. Кстати, розочка у меня вот такая расцвела. Два бутона вот какие. Красивые. А эти белые.